Официальная делегация Крыма посетит Москву 6-8 марта. Об этом сообщил председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов. Представители республики собираются провести в Москве переговоры по энергетическим и гуманитарным вопросам и обеспечению жителей полуострова лекарствами и продовольствием, а также обсудить предстоящий курортный сезон. Какие именно встречи планирует провести делегация, не сообщается. Глава Верховного Совета Республики также подчеркнул, что все регионы России высказали готовность оказать Крыму помощь. По его словам, уже начата работа по финансовой поддержке с их стороны.